Короче, видео про ловоса это уже вторая часть. Если еще он оборвется, то будет третья часть. Так вот, если вы ничего не понимаете, то я расскажу краткий пересказ прошлой части. Так вот, мы уже начали смотреть это видео. Вдруг видео оборвалось на этом моменте. И я хотела сказать, что то я не забанят, так как фрагмент был. И то я же забанят. Так вот, хватит нас этих тоеш моми. Время продолжать смотреть. Давайте найдем местечко получше. На всякий случай я все отзеркалила и... Окей. То есть она зеркале, поэтому то ее не забанят. Хотя полный эпизод из Смайл Пурикюа и некоторые фильмы по Пурикюа почему-то не забанили. Еще я нашла видео катерский. Катерский? Это что, катерь? Глиттерфорс. А, я поняла! Это гачалайф! Но из-за особенностей в рейтинге получился какие-то катеры! И, кстати, я это видео помню. Это от того же ютубера, что и сделал один из фанатских фильмов с одной фанатской Кюа. Ой, точнее, Глиттер. Очень даже смешно. Кстати, он еще сделал трансформацию ангелов Z в Gacha Life. Ссылку на этот вот канал я поставлю то после того, когда я выложу это видео в Ютубе. Я дару с настроек. Я все отзеркалила. И еще я нашла видео катерский Glitter Force. Я все отзеркалила. И еще я нашла видео катерский Glitter Force. Если вас надоел катеры, то я вам покажу, и вы будете в шоке. Оф, ты сыки, як, як, Если перевернуть, то будет все нормально. А вот так выглядит оригинал. А также я заметила ляп. Тут они не в платьях. А еще, когда девочки трансформируются, почему-то Netflix добавил глиттер бутс. Ну, вы поняли. Вы слышали Glitter Lucky? А это разве не фон с Леди Баг? Бриз какой-то. А еще Кьюа Бьюти слилась фоном, поэтому она радужная. Это я тоже все ускорила в два раза. Она это забыла сказать.
И она еще озеркальная. И, наверное, тот чел не забанит. А еще на этом канале я нашла английскую адаптацию трансформации Kyo Dream. Ну, вы поняли. Если вы хотите все увидеть, то ссылка в описании, только в YouTube-версии. Ну, приплощение, то есть звук оригинальный. Приплощение. Видео. Именно что, не с видео, а с мультфильма из видео. Шо? И из-за этого у них как бы переплощение, как у Сфинкс. Сфинкс. Но вообще это жанр Махо Сёдзе. Это тот жанр, который говорил Грин. Грин, ну я забыла, как его зовут. В... Ой. Установить сейчас. Не буду это делать. Ну а чел, который создал первый ШВГО. Махо Сёдзе. Так вот, это Махо Сёдзе, а не никакой Винкс. И ты знаешь Махо Сёдзе. Ты только Винкс знаешь. Очень смешно. Не буду говорить про Махо Сёдзе. И из-за этого у них как бы переплощение, как у Фейс Винкс. Превращение. Такое же, кажется, длине. Чё? Даже есть... я нашла видео как раз, где те самые танцы показывались. Да. Это эндинги. Сначала эндинги были рисованы, но начиная с Fresh Puricure, они стали 3D. И они танцы. И в Мику, и можно найти YouTube, ролики в Ютубе, в эндинги, снятые в Мику Мику Дэнс, где все Киа есть. Ну и Netflix тоже сделал Мику Мику Дэнс лендинг. А также там было очень много эндингов. И всех, и эти эндинги пели группа Blush. Я не знаю, что это за группа. Каждой серии. И ту самую серию, и ту самую часть, где я показывалась в самом начале мультфильма. Это я когда смотрю на ШВГО. Не знаю, ну пока ты такси. Я в этом видео нашла ляп. Тут в одном моменте, ну, в том видео, где капец, был почему-то кадр с Puricure All Stars Haruno Carnival. А вот и тот эндинг. Кстати, в Smile Puricure их было... Точнее, в Glitter Force их было много, а в Glitter Force Doki Doki только два. Флексим? Также я нашла, кажется, было еще похожими нарядами. У них не были похожие наряды. Вообще, в каждом сезоне Puricure наряды меняются. Ну, у оригинальной команды тоже менялись наряды. Ну, я про Футари Ва Puricure и, да, Puricure 5. То есть был мультфильм? Не мультфильм, а аниме. Puricure вообще аниме. Glitter Force Doki Doki. Начнем наше расследование. Так вот, сначала и меня. Ман стала Майей. Рири, Рика. Рошель. Элис. Клара, очень странно, что не оставили оригинальное имя, ведь Элис тоже американское имя. Макото стала Маккензи, а Агури стала Натали. Натали опять. Ну, если кто не знал, так еще звали Нагису в первой адаптации Puricure. И эндиков там было мало. И там еще были фамилии. Ну... У Маны и Элис оставили оригинальные фамилии, а у Макото и Агури свои новые фамилии. Ну, Макото стала... Я не буду говорить «стал», потому что Макото — это не только мужское имя, но и женское. Ну, короче, Макото стала Мак, а Натали — Мюллер.
Я подумала, а к Доки-Доки литературный клуб есть игра? А есть аниме, как бы? Вообще-то, если в названии продуктов есть Доки-Доки, это не значит то, что это одно и то же. Есть даже мультфильм от Discovery Kids «Доки», и там тоже есть слово «Доки», только без второго «Доки». Ты думаешь то, что Доки-Доки это одна франшиза? Какая-то ты тупая. И, кстати, я забыла сказать, или это я уже говорила, но в Glitter Force Доки-Доки было только два эндиков, и это было перепевки оригинальных эндингов. Ну, тоже количество оригинальных эндингов, как и в оригинале. И, кстати, русскую адаптацию Glitter Force Доки-Доки можно найти. Я нашла только в группе iCartoons Plus. Ну и в тот сайте Бути-Бути. А еще я смотрела и заметила то, что Glitter Ice стала Glitter Tooth. И, кстати, про Glitter, точнее, Кё именно. Кё Харт не поменяла, Кё Димонт не поменяла. Кьюа. Раз это, по-моему, стало Кьюа Кловер.